Вместо спортивного костюма – камуфляж. На старте 11 самых подготовленных из числа студенческой молодежи города. Сегодня первый этап соревнований – демонстрация физических навыков. Здесь сегодня непосредственно у нас происходила такая военно-спортивная дистанция. Ребятам нужно было показать, проявить свои навыки в снаряжении магазина, сборки-разборки автомата и надевание легкого защитного костюма. Тезка руководителя центра «Ратмир» отстаивает на соревнованиях честь своего вуза. Максим Кузнецов – натура творческая. Для него физические соревнования даются нелегко. Если человек будет силен духом, то все остальные навыки он сможет постичь сам. Какие ему захочется, такие он постигнет навыки, если у него будет сила духа его. Результаты соревнований станут известны уже на этой неделе. Впереди у призывников еще одно испытание. Во время творческого конкурса ребята должны будут ответить на вопросы об истории Анапы, показать свое мастерство в танцах и песнях, а также найти выход из непростой ситуации с моделированной жюри.